Александр 905, пройтись в этом упражнении. Итак, 100 килограммов на штангу. 100 килограммов. Корытко Алексея к этому же приглашается. На 105 Георгий Васильевич. На 110 на 100 Дима Виктор. Итак, на штанге 100 килограммов. Корытко Алексей, кандидат мастера спорта, 100 килограммов. На повице я выбираю. Захар Александр. Установить на штангу 105 килограммов. 105 килограммов установить на штангу. С этого места в такую не руки на теле готовятся. 15. На этом урок будет закончен. Ребята будут разминаться на толчок, а нам здесь еще будет представление музыкальное послушаем. Итак, чемпионы призер всероссийских областных турниров, герои насилия, лучшее достижение 125 килограмм в этом упражнении. На прошедшем чемпионате он стал чемпионом Московской области. Сейчас ответы готовятся, усиленно готовятся к чемпионату Московской области. Так что мы надеемся, что на чемпионате Московской области он докажет, что и на этот раз один из сильнейших атлетов Подмосковья. Лучшее достижение в этом упражнении у Виктора 160 килограммов. Продолжение следует...